Губернатор Забайкальского края Александр Осипов попал в топ глав субъектов регионов России с негативными репутационными кейсами за 20-26 июня. Статистические данные приводит агентство политических и экономических коммуникаций. Негативное влияние на позиции Осипова оказывает обострение проблемы наводнений. Напряженная ситуация сложилась в 4 районах Забайкалья, при этом больше всех пострадал Могочинский район. Учитывая регулярный характер подобных ЧП в регионе, обращает на себя внимание фактическое отсутствие подготовительных мероприятий. Множественные ЧП дестабилизируют социальную ситуацию, негативно отражаются на отношении населения к властям региона, содержится в заключении этого агентства.